Привет, друзья! Пришло время подвести итоги эксперимента. 9 дней назад вышло видео о том, как я укореняла черенки адениума. Моя попытка номер 3. Давайте посмотрим результаты попытки номер 3 на сегодняшний день. Итак, прошло 9 дней. Та-да-да-да! Ребят, прошло 9 дней. Так, ну и что мы видим? Из 3 черенков... 2 уже, вот даже вот он сломался. Все сломался, сгнил, полностью сгнил. И этот тоже, второй, тоже сломался и сгнил. Все, хватит держать их тут, мошек разводить. Ну и вот этот третий. Пока он еще, как говорится, дышит. Стоит, я вам дам ссылочку в конце видео, на то видео, где я снимала, как я их укореняю. В вермикулите, да? Ну, вот он пока стоит. Но еще я не заметила, ну, не мягкий. Надо сказать, что не мягкий. Но кое-какие листики подсохли. И, скорее всего, это тоже кандидат на выбывание. Получается так, что, скорее всего, у меня не получится и в третий раз ничего. Ну, не знаю, как люди укореняют. У меня ни разу не получилось ни в воде, ни в земле, ни в вермикулите. Но, ребят, вот этот я оставлю в том же самом ведре. Накрою целлофаном. Вот. Ну, посмотрим, что будет. Вот через 10 дней вот такой вот результат. Можно сказать, что плачевный. Ничего такого я не увидела. Думаю, за 9 дней корни там не появились точно. Но пока еще не пропало. На этом все. Долго вас мучить не буду. Было полезно видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И до скорых встреч с окончанием этого эксперимента. Пока-пока.